В одном из микрорайонов Тараза при пожаре обнаружен труп женщины. 17 сентября в 6:37 часов в Таразе в микрорайоне Самал, доме номер 20, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел пожар. Пожар локализирован в 6:50 и ликвидирован в 6:55 часов силами пожарной службы. На месте пожара обнаружен труп женщины 1952 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. В 6 часов 42 минуты по прибытию первых пожарных подразделений во главе с начальником караула, старшим лейтенантом гражданской защиты было установлено, что сгорел диван в гостиной комнате. Площадь пожара 5 квадратных метров. В результате пожара был найден труп Романовой Любовь Ивановны, 1952 года рождения. Причина и нематериальный ущерб устанавливается.